Больше 100 музыкантов и танцоров с разных районов Тувы примут участие в детско-юношеском конкурсе фестиваля среди учащихся отделений духовых и ударных инструментов. Конкурс ежегодно проводится среди юных музыкантов, обучающихся в отделениях духовых и ударных инструментов детских школ и студентов Кызыльского колледжа искусств имени Чыргылоола. Конкурс-фестиваль проводится в третий раз. В первый раз он проходил в 2015 году, также на базе детской школы искусств села Хавуаксы. Учредителями конкурса-фестиваля выступили Министерство культуры Республики и администрация Чидихольского района. Конкурсная программа проходит по двум направлениям – исполнение на духовых и ударных инструментах и хореография. В этом году конкурс соберет юные дарования из города Кызыла, Авурского, Судхольского, Чахольского, Улукхемского районов. Всех их объединяет одно чувство – любовь к музыке. Всего за победу в творческом состязании будут бороться 133 молодых артиста.